Как сообщается, 8 апреля поздно вечером на площади Сенной в городе Нижний Новгород водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и на довольно высокой скорости врезался в опору рекламного щита. На месте от полученных травм погибли две девушки 18 и 19 лет, а также 17-летний юноша. Еще один молодой человек в тяжелом состоянии доставлен в больницу.